В рамках реализации губернаторской программы «Мой подъезд» в Звенигороде продолжаются работы по ремонту подъездов многоквартирных жилых домов. На сегодняшний день завершен ремонт 7 из них, что составляет более 40% от запланированного на 2019 год количества. Об этом рассказал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов, уточнив, что работы ведутся еще на 9 объектах.